Подведены итоги голосования по одобрению поправок в Конституцию России. При явке 65% за поправки высказались порядка 78%. 21% проголосовавших против. При этом Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом, где большинство граждан поставили галочку в графе «нет». Напомню, голосование длилось с 25 июня по 1 июля. Мария Данник продолжит тему. Избирательные участки в Нарьян-Маре в единый день голосования открылись в 8 часов утра. К полудню заметное оживление. На избирательном участке номер 46 во Дворце культуры «Арктика» по спискам зарегистрировано более 1100 избирателей. Участок один из самых активных. Люди идут очень активно. Я так понимаю, что сознание, зачем они сюда идут. Начиная с первого дня, с 25 июня и сегодня 1 июля, вот точно активность не меняется. Наш участок активен по той причине, что к нам приписаны еще люди, которые не имеют постоянной прописки в паспорте. И по постановлению ИКНАУ они привязаны к нашему участку. На 46-м избирательном участке голосует депутат собрания депутатов Ненецкого округа Татьяна Федорова. Парламентарий высоко оценила как меры безопасности в день голосования, так и подготовку к нему. Люди достаточно хорошо были информированы, выпускались ряд газет, с телевидения, каждый день о необходимости голосования, как центральных средств массовой информации, так и местных, что это для России важный документ. Мы сами понимаем, что основной закон, который регулирует нашу жизнь, жизнь простого человека на ближайшее будущее и дальнейшую перспективу. Поэтому люди достаточно активно, на мой взгляд, принимают участие в голосовании. Со своими родителями на избирательный участок пришел Андрей Кожевин. Говорит, что голосовал за будущее. Дети, племянники, у меня много племянниц. За наше все будущее. На избирательном участке поселка Лесозавод зарегистрировано более 1200 избирателей. Люди активно идут на участок с самого первого дня голосования. Да, я считаю, что это мой гражданский долг прийти на избирательный участок и проголосовать за принятие поправок Конституции Российской Федерации. Проголосовать на выборах можно и вне избирательного участка. Так называемое голосование на дому в этот раз проходит активнее, чем на предыдущих выборах. Ну, поступают заявления активно, да, больше, чем в предыдущие выборы. И во всю неделю мы ездили от 5 до 8 раз, то есть каждый день. То есть если раньше было в один день голосования там 8-10, сейчас считайте 60. Может быть, 50-60. Впервые на избирательном участке поселка Лесозавод установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней КАИБ. На 42-м избирательном участке города Нарьян-Мара сразу несколько урн для голосования. Одна из них традиционная, классическая. Она использовалась с 25 по 30 июня. Сейчас урна опечатана и ждет своего часа. С 1 июля все избирательные участки города Нарьян-Мара обеспечены КАИБами. Два из таких расположены на 42-м избирательном участке. Еще одна урна для голосования запасная. Она под номером 3 и будет задействована в том случае, если КАИБы выйдут в строй, для того, чтобы у участников голосования была возможность отдать свой голос. На избирательных участках в городе на протяжении всех дней голосования проходят розыгрыши призов среди участников викторины на знание Конституции России. Всего для участников было подготовлено 360 призов. Адрес: Заводская, 20, барабан 18:35. В дни голосования с 25 по 30 июня купоны из барабана доставали раз в день. 1 июля каждые 2 часа. При нас счастливая рука куратора волонтеров Конституции Евгения Торпова определила очередного победителя. Купон 831-34-77. Фируза выиграла. И что вы дальше делаете? Дальше мы эти купоны подписываем соответствующему участку времени и отдаем отдельным людям, которые обзванивают выигравших и назначают им время и место, где вручение приза. Для жителей Тельвиски в день голосования и вовсе организовали концерт, а также викторину. Поучаствовать в ней мог каждый, кто пришел на избирательный участок. Викторину подготовила у нас директор нашего центра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Александровна Дуркина. Викторина будет преимущественно состоять из вопросов о Конституции Российской Федерации, о истории ее возникновения, о каких-то личностях знаменательных, тех, кто содействовал в этом во всем.
Левисочный избирательный участок оборудовали по всем правилам и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Одной из первых проголосовала Анастасия Паюсова. У нас встретили на входе, измерили температуру, перчатки, маски, все предоставляется в свободном доступе. И поэтому я считаю, что в телевисочном участке созданы все условия для голосования в настоящих условиях пандемии. Мы живем в Российской Федерации, и от принятых сегодня наших решений зависит наше будущее, будущее наших детей. Я считаю, что я должна принять сегодня решение, каким бы оно ни было, это будет мое решение, и потом я не буду жалеть, что я не сходила и его не приняла. Закрылись избирательные участки в 8 часов вечера. На подсчет голосов и сверку списков потребовалось несколько часов. Мария Даник, Антон Бодряков, телеканал «Север».